Всесоюзный день молодежи в этом году принимает Нарва. И сегодня, в такой замечательный день, Нарвский молодежный центр организует этот праздник, это мероприятие для других молодежных центров Ида Вирума. К нам в гости сегодня приехало несколько молодежных центров. Их всех ждут очень интересные и увлекательные станции, зоны, а также различные соревнования. Уездный день молодежи проводится с 2012 года. Каждый год его местоположение меняется. И таким образом в этом году выпала честь Нарве и Нарвскому молодежному центру принять этот праздник у себя. В прошлом году уездный день молодежи проходил в местечке Лохусу. Там было несколько мастер-классов. Нарвский молодежный центр представлял там мастер-класс по изготовлению брошек и открыток. Другие молодежные центры представляли мастер-классы по раскрашиванию лиц, по изготовлению костюмов из газет и мусорных мешков. Также можно было научиться плести фенечки. Так как уездный день молодежи каждый год меняет свое местоположение, соответственно, флаг уездного дня молодежи передается из рук в руки. В конце этого праздника мы будем разыгрывать флаг уездного дня молодежи вот в такой коробочке. И, возможно, в следующем году мы поедем в новую точку Ида Вирума. Кохтла Ярве, вам флаг! Вам флаг на память, целый год вы его храните. И через год мы встречаемся в Кохтла-Ярве!